Да не сломали ограждение и побежали. Подготовленный мирный митинг. Да. Что, если вы не против, мы с вами постоим. Спасибо большое. Что там происходит? Добрый день. Добрый день. Там была пара взрывов. Ломанулась туда толпа. А кто вот это бежит? Душе не знаю. Но ребята только сплавили. Свалили заборчик, выломали оттуда пару-тройку дронов. Ага. Поэтому кто это, что это? Нет, просто вот это. Тогда с этого. Если вам нужно, я сталь юаня. И через замя так забегать. Добро. Ну сейчас мы еще минут 10, сейчас как раз с этой, там как раз кого-то волокли, кого-то лупили. Сейчас мы тут еще минут 10 и будем огородами выбираться в сторону стекляшки, в сторону этого. Ну еще минут 5 и... Здесь? Да, сомневаюсь. Это отработка денег. Да я знаю, собственно говоря. Я потом не предупредите, пожалуйста. Да, я уже предупредил. Снимай этот беспредел. Я не буду обходить. Это мой город. Это активист. А теперь давайте посмотрим, что у нас здесь будет. А им бесполезно. Это вот народ открыл, она уже в захвате. Ну, для этого нужно время, но так еще 5 лет. А у нас народ инертный, нас пока подымешь, это полгода пройдет. Но они злые собаки. Они отогнали тех, кто хотел защищать Ленина, и пошли сносить Ленина снова. Один наш милиция. Нету милиции. Нету.